Всем привет. О, опять эта карта. О, опять это генератор. Ой, я рядом с генератором. У меня опять какая-то напряжка. Бля, это не мизид? Не мизид бежит, ёб твою мать. Где? Лёх, я съел. Уже бизид, я понял. Я кого-то вижу. Пусть бизид куда-нибудь течёт, бля. Бизид? Бля... А вы чё себе сюда пришли? Бля, бля, ой-ой-ой, как плохо всё, ой-ой-ой. Зомби, зомби, ё-моё. Зомби, зомби, зомби? Так, как-то... ладно. Бля, почему у меня фонарика нет? А он застрял в своём зомби. Нам как-то встречался Немезида, но он добрый был. Да. О, я прям рядом с ним чинил генератор, он убежал за тобой. А меня он не заметил. Не беги в эту сторону! Что зомби делать? Ладно, бегу в другую сторону. Если зомби идет, что делать? Ой, убегать от зомби. Но он типа медленно идет. Бля, тут крюк рядом со мной прям. А он все равно меня терроризирует, какая разница? Ну он сейчас тебя принесет ко мне. Ай-ай-ай. Короче. Да зачем ты так опасно-то? Он тебя стукнул? Нет. Ой, а чё тут тупик-то? Так нечестно. Блин, он меня затерроризировал всего же. Чувак, я из другой вселенной. Я не Леон постаревший. Недолго музыка играла, недолго старый танцевал. Да бля! На тебе! Да что ты, блядь? Пиздец какой-то, что-то все, я растеряна. Не спасай меня. Да ну ты чё, блин, ну ты нахера? Я думал, получится. Но я все равно сейчас сдохну, так что. Так и я тоже. Ребята, я спасаю тут кого-то от зомби. Кто умер? Колян. Я. Ой, и я скоро тоже отъеду. Пиздец, мы даже не одного генератора не пришли. Ну ему повезло просто. Вот я... вот да и мы с тобой еще натупили. Я когда вот я играл за маньяка, почему-то, блядь, все меня как-то просто такие ха-ха-ха, мы победили. А когда кто-то играет за маньяка, почему-то вот уже и к Лёше прибежал, вот он откуда знает. Да, мы тут шумим, потому что. Сейчас сундук засунет, тебя и закроет. Да-да. А что это вот такое у тебя есть, какая-то штука? Стрелочка какая-то там, что-то это? У меня такого нету. А настройка включается. А. Ну ты просто стрелки жмешь. Какая стрелочка? Лёха отъехать решил. Да-да, потому что это пизда, она бесполезная. Я ее два раза поднимал, она просто включилась и всё. Тоже отключилась? А, типа просто лежит? Ну, она, да, АФК, короче. О, нет. А чё за стрелочки, ты говоришь? Ну, типа, когда меня несут, я стрелочки туда-сюда нажимаю. А у Лёхи как будто вот это мини-игра. Как по-старому что-то было там, нет? Угу. Ну, типа, да. Почему мы взяли эти теперь чинить генераторы? Мы как-то договариваемся, или что это такое? Инженеры. Кто его знает? Теперь аптечек ни у кого нет. Это команда, понимаешь? Я чувствую локти. А лечить как-то будет? Лечить как-то. Подорожником-то. Увеличивает удачу. Увеличивает удачу. Короче, дачу. Рассчитываем на удачу. Свинья, дачу на блин, она сейчас будет капкан свинья? На голову вешать. Я не знаю, как их снимать. Так свинью надо просто порезать, да еще. И шашлык пожарить. Ну, лучок, соль, перчик. Так, максимально быстро чиним. Угу. Сейчас мы починим. О, опять этот сад счастья. О, сад счастья. А
тут точно есть счастье. О, нет, о, это лампочка. А, нет, вот генератор. Лампочка. Все, я чиню. Где-то возле меня. Ай. Ох, очень возле тебя. А что, все, мои инструменты так быстро кончились? Что-то как-то бей. Что быстро. Сейчас, говорит, чините быстрее генераторы. Да, ладно, да вы чё все? С ума сошли. Давай, Влада. А чё я-то? Ну, нате, вот. Вот. О, молодец. Можешь шить? Ну, как? Так. Так, где? Кого-то там вальнули. Ой. А кто где висит? Я здесь лежу. Лежу. А никто не висит? Она решила всех повалить, что ли? О, есть. Чиню в доме генератор, где который твой любимый был. Блять! Ладно. Ничего страшного. Я почти восстановлен максимально, пожалуйста, поднимите меня. Да блять! Так, а ты где? Ты на полу лежишь? Да, я лежу на полу. Возле. Чё, это я, блядь, всё равно то же самое делаю. Ща. Давай, тут прям секунду, я тану. Может, он будет хранить меня, пожалуйста, лечи. Вон убийцу видно. Надо вон ту бабу снимать, Адель, которая. Я сниму. Убегай в другую от меня сторону. Ой, я где-то слышу. Она в дом забегала. А, ну то есть я бабахнул этот генератор в доме. В другую от меня сторону. Иду, иду, ухожу. Ой. Ой. Где-то... Так, ладно, Коляна надо поднимать. Где-то тут, бля. Бля. Да что ты, ну, блядь. Спасибо. Ну, я зато один генератор починила. Угол, наверное. Ой, блядь, отвлеклась. Привет, сниму. Да лучше... Нет, не сниму. Надо. Ну, у меня без вариантов, она все уже. У меня тут это, меня надо срочно спасать. Я уже второй раз тут пишу. Я тоже. Колян, делай что-нибудь. Делаю. Ой. Молодец. Промахнулась. Да блять, какого хера? О, спасибо. А она доме... наверху в доме прыгает, в нашу сторону прыгает. Убегаем. Так, тут есть генератор. Я категорически извиняюсь. Угу. Что случилось? Да я бахнул. А. Ну, все, она тут. Чиню какой-то. Угу. Ну, что бы это не было. Вешает, я не пойму. Она какие-то штуки на голову, наверное, вешает, нет? Угу. Да бесполезно особо. Меня сейчас кинут на крюк, я сразу умру, у меня уже все висел. Если только меня кто-нибудь не поднимет сейчас, она от меня убежала. Ты близко к нему? Нет, она далеко от меня убежала. Не, Колян, близко к тебе? Мне просто тут генератора чуть-чуть осталось. Ну, довольно далеко, но я бегу. Бля, она, по-моему, ко мне идет. Ну, давай, ты чуть-чуть осталось. Ну нет. Сука. Блять! Мне у генератора прямо осталось совсем чуть-чуть. Ну конечно, давай, сломай его. А, нет. Ну да. Ты мерзопакостная-то какая, а? Бля, мне тоже прям чуть-чуть осталось. Я тут... А, кстати, чтобы эту штуку снять, по-моему, надо подбежать к этому, к пиле, который. Угу. А кто улетел? Колян, походу. О, спасибо. Коля, ну что такое? Ну что, ты меня когда снимал в тот раз или не? Ты меня снимал? Поздно снял, короче.
Вот чуть-чуть бы успел на секунду раньше, я бы сейчас не уехал к братцам. Ну что ж теперь. Все, я вроде сняла ловушку. Что ты, блядь, смеешься? Да, может, я смогу дочинить. А типа, если эта ловушка сработает, тебе лицо порвет? Ну, вроде как, да. Лех, иди ловушку снимай. Нет, да, блядь, да ты заебала! Ты видел, сколько у меня осталось генератора? Пиздец просто, я подочинила, мне прям вот чуть-чуть осталось. Второй раз, она меня палит. Леха в варенье сунул руки. Такой, фу, гадость какая. Ну и он ха-ха-ха, не оно. А, типа еще так это бывает даже? Ой, я сбежала, что ли. А че мне эти чуваки все еще подсвечиваются? А, я не сняла, что ли? О, угадал. Вот я чинил. Что-то какая-то музыка. Или мне кажется. У меня все ок. Ну, Влада, походу, все сейчас. Да? Все ок, Лёха, я вижу. Так, а где был звук-то убийцы? Музыка была. Я, походу, что-то не поняла, как эту штуку снимать. Блин, где тут генератор какой-то, который я чинил? Что такое? Ах ты, Лёха поехал. Пока, пацаны. Это не день Бэкхэма. О, вдвоем с дедом бегу. Как обидно, я теперь не могу найти, где я чинил тот генератор. Ай да пофигу. Придет, придет, не придет. Все равно сбежим. Блин, а мне чуть-чуть осталось, может, я успею. Давай, давай. Вот опять, опять ее звуки. Ой, супер! Она сидит! Ты, вот что это такое? И чё? А чё она ушла? Не знаю, она сидела такая, смотрела просто за тобой. Ага, это так крипово было. Свинья, воерист. Она, может, хочет, типа, спасти нас, не знаю. У меня что-то она не спасла. А у меня что-то пикает, я сейчас сдохну, да? Надо тебе найти вон ту куклу. Ключище. Так я это самое, да, пускай пикает. Я снимал ее. А ну, Вадим. Ты, может, не там снимаешь, где надо. А я не знаю, где надо. Ну, видишь, он смеется, значит, не там. А в другом месте, значит, ладно. Да и ладно. Ты не успеешь сейчас. У тебя таймер пикает. Сейчас лицо порвется. Он в другой белой штуке иди, да. А вы сняли, вам удалось? Я снял, да. Я умер первее, чем мне ее повесили. Сейчас опять посмеется по-любому. А, ничего себе. Получилось. Кар-кар-кар. Она бежит от того, походу. Наверное. Сейчас опять сядет в проходе, где-то посмотреть. Ну, блин, я пыталась. А женщина там чинит вторая генератор? Что она делает? Чинит. А, ну хорошо. Вырвалась, беги! Бегу. Я надеюсь, не в ту сторону бегу к ней. Ой. Влада. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я, говорит, надеюсь, не в ту сторону. И вокруг нее бегает. Не, в смысле, не к бабе той. Пускай чинит уж, хоть она сбежит. Пока я тут отвлекаю. Да, да беги, такое, блин, беги. Я кнопки не могу нажать. Везет, мне везет, прям везет. А, опять у меня ловушка на башке, ну что это такое? Я далеко от той бабы? На желтом у тебя светится. Я ее не вижу, а что далеко? Вон там была ловушка. Случайно так вышло. Ну нет. Ты починишь когда-нибудь генератор-то? Нет, господи. Чё она там делает? Она тупит. Специально как не это? Чинит. Залезла на крышу и тупить сидит. Я
тут, блин, стараюсь вообще-то, а она сидит тупит. Ну что это такое? Слева на крыльце здесь. Слева на крыльце генератор. Иди дочини его, мне кажется, тебе дадут. Думаешь? Не на крыльце, да, а на веранде там. Да, вот, вот, вот в этой вот. Вот. А, который я чинила 100 лет. Да. Бля. Ну. Так и что она там делает? А тут еще и крюк рядом. Ничего, просто сидит вон, видишь, вон она. Кайф на себе там, да. Пожалуемся на нее потом. Где ворота? Дайте я сбегу, пожалуйста. О, побежала, побежала она. О, свинья вон сидит, смотрит. Ну нет, не иди ко мне, отстань, пожалуйста. Ты то есть открыла дверь? Я убежала, и ловушка взорвалась. Просто удача. Всем пока.